По мнению исполняющего обязанности главы Ленинского муниципального района Олега Хромова, сельское поселение Булатниковское является наиболее проблемным. В основном это связано с интенсивными этапами строительства. Главными проблемами являются дороги и транспортная недоступность, особенно в новых микрорайонах. Недостаток парковочных мест, отсутствие социально значимых объектов. Руководитель района поделился с присутствующими планами администрации по решению этих важных вопросов. По некоторым объектам мы уже получили графики строительства. Начинаем работы по поликлиникам. Соответственно, у нас и в вашем поселении предполагается две поликлиники на 200-400 посещений. Я просто вижу о том, что многоэтажка вводится, социальных объектов практически нет. В течение почти двух часов обсуждались важные для каждого жителя вопросы. Организация досуга населения, в первую очередь детей и молодежи, создание в поселении новых зон отдыха, обустройство парков и скверов, в частности в усадьбе Дрожжино и в Дубовом лесу между Варшавским шоссе и Бутовским полигоном. Нехватка рекреационных зон устроившегося микрорайона Бутово-парк-2, вывоз мусора и качество уборки дорог. У нас дороги не чистятся никогда. Вот толком никогда. В этот раз сказали, что вот все будет, ничего нет. Не буду углубляться там в дальнейшее. Компания, которая выиграла тендер, она сама признается, мы никогда не сможем чистить так, как надо. Потому что мы далеко, у них нет дорог, не знают, как к нам проехать. Также были и положительные отзывы в адрес администрации Булатниковского поселения. Анна Бездушева выразила благодарность за проделанную работу по благоустройству. Стала чистота. Машины стоят в рядочек, никто никому ничего. По этой пешеходной дорожке ходим и представляем, как будто это у нас новый Арбат. Сельское поселение Булатниковское, как и весь Ленинский район, имеет выгодное географическое положение. Его примыкание к южной границе города Москвы способствует развитию жилищного строительства, общественных и торгово-деловых объектов, что повышает экономическую и градостроительную эффективность использования территории. Как отметил Олег Хромов, быстрого решения проблем не будет, потому что многие из них решаются на стыке различных ведомств и уровней власти. Основная задача – обеспечить комфортное проживание жителей. А это множество составляющих, которые в комплексе создают у людей хорошее настроение, желание жить и работать именно в Ленинском районе. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.